Так, я... Опять гражданин. Короче, вопрос такой. Чата могут пить эти карточки прямо в номерах? Доброе утро. Ой, здрасте. Утро доброе, сосед. Или соседка. Соседка, здравствуйте. А вы... Блин, скорее тут у нас наоборот. Типа, нужно серьезно говорить. А я привет, привет. Дим, а ты случайно не монстр? Я? Да. А давай проверим, нажми Y. Пам-пам-пам-пам-пам. У тебя что-то произошло? Не-а. А у тебя? У меня тоже. Значит, мы не монстры. Ну, получается, не монстры. Слушай, а вот эти карточки, они где угодно могут валяться? Я без понятия, сам первый раз играю, но я видел, короче, Денис показывал вот какой-то проход. Вот смотри, вот тут подходим, описываем друг другу рисунки и открываем двери, там могут быть какие-то предметы. О. И как раз карточки. Давай сделаем. Давай, что у тебя нарисовано? У меня обычный круг. А у тебя? У меня такой, как будто капюшон, внутри него кружочек и внизу еще один кружочек. Понял, да? Капюшон, ну, окей, такой. Ну давай попробуем. О, получилось. О, шикарно. Отлично. Так, что тут есть у нас? Спринт буст, так. Бухло. Бутылка шампанского. Какой-то ликер пустой. Ну все, типа мы открыли, можем идти отсюда. О, я канистру с кислородом нашла. Так. Ну что, пойдем следующую открывать? Ну да, мы идем теперь, видимо, в общий зал. О, новая задача. Так, все живы? Так, заливаю кислород. Я пополнила. Пополняйте тоже, ищите канистры и заливайте. Давай, давай, я нашел. Я тоже пополнил. На самом деле, в рамках первого... Да, а что такое? А? Что на дороге стоишь? Ребят, тут можно потанцевать. Так, что у нас здесь? Джуз, брось сигарету. Ух ты. Кислородная станция выведена из строя. Кто вывел из строя? Кто-то сломал кислородную станцию. Да блин, музыку надо вырубить. Того. Мне кажется, что в этот раз Денис, если честно, предатель. Мне кажется, Денис предатель, ребят. Давайте дверь откроем. Мне нужно второе для открывания дверей. Карточка нам нужны карточки. Я нашел бутылку шампанского. Чат, не подскажешь, как пользоваться? Джуз, пойдем с тобой откроем дверь. А ты меня не задушишь? Пойдем. Так одна же я. Боже, кто кидается? Кто кидается бутылками? Дим, пойдем откроем дверь скорее. Низкий уровень кислорода. Скорее открываем. Загружаю все. Давай, поехали. Да что такое? Давай. А ты разобралась уже так быстро? Ой. Нет. Видимо, нет. Давай еще раз, давай. Еще разок, давай. Давай еще раз. Давай. Ищем. Ну, типа, мы слишком долго ищем. Готов. Молодец. Ну что? Да. Сделано на глазах, на глазах у всех. Ну сейчас научатся все. А кто был? Ну Алина, да, Денис сломался, Алина. Я видел, блин, а? Нет. Алина и Денис. Блин, я вот прям так и говорил, что это Алина, Денис. Алин, ты в общий чат начала зачитывать. А я что, знаю, видите, что ли, как то есть, это смотрите, работает? Наша задача здесь в начале, мы очень быстро ищем карточки специальные, вставляем двери, проходим на следующий уровень. На самом деле, вот этот первый уровень очень быстро проходит. Мастер обмана. Понятно. А где могут лежать карточки? Мастер обмана.
Но тем не менее, игра не врет. Они вообще везде, где угодно лежали. Они везде валяются, они такие прямо яркие, цветные, их три штуки, их нужно вставить в двери и перейти на следующий уровень. Давайте начнем. Давай, запускай заново. Давай, давай, давай. Сейчас привыкните. Угу. Если у вас есть вопросы, вы задавайте, не стесняйтесь. Ладно? Хорошо. А по Денису чувствуется, когда он предатель, тогда он не делает ничего полезного. Да ну перестань, как раз. Да Денис там запалился, он уже прям на глазах ломал просто. А как сделать так, чтобы меня никто не слышал в игре? Просто не нажимать. Уж то толк. Уж то толк. Да, нажми галочку. Так, чат. Если мне сейчас выпадет предатель, то я думаю, шанс есть, потому что мы пока что плохо собираем карточки. Эх. О, добрый вечер, дамы и господа. Здесь слышно. Можно сейчас. Ла-ла-ла-ла-ла. Что я вам сделал? За что вы меня бьете? А на какую? Да просто кнопки смотрим. Каждый мразот, а? Ого. Я сразу слышу почему-то. Каждый мразот. Это ты кому? Алло, меня слышно? Алин, тебя слышно? Мразота. Это кому про мразоту? Ку-ку. Эй, вы слышите меня, ребята? Алло. Алло. Так, мы знакомы. Так, алло, есть тут кто? Пс, Дангар, пс-пс. Ой. Фак. Пс-пс. Блин. Да какую там еще кнопку? Блин. Чёрт. Как убрать это? Блин. Чат... Срочно выясните, на какую кнопку нажимается наш чатик уютненький. Биовидение, так. Один, два... О! Пс! Дангар, Дангар! Пс, пс, пс! 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 Что делает биовидение? А, видимо, я могу смотреть, кто где. Или... Короче, я что-то могу смотреть. Ничего не понятно, но так прикольно! Да, говорить нам на двойку? Никто... Есть тут кто? Открыть дверку, Дима, вместе! Прием! Пс, прием! Так, сука! Алло, прием, пш-пш. Пш. Пш. Спасибо, ты должен вставить. Или вот здесь вставить. Подойди к терминалу. Ребята, давайте вместе откроем дверь. У меня тут две платформы. Нельзя. Подача невозможна. Вы меня слышите, пс? Надо внизу. У ребят у нас уже общий низкий уровень. Ребята! Вообще меня слышно или нет? Тебя слышно! А, ну чё, да чего тебе? Я с вами говорю, говорю, а? Да конечно! Короче, этот Дангар выбил из строя все. Это Дангар. О, мы сейчас задохнемся. Они нажимают один раз. Да мы сейчас опять. Это Дангар! 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 Кислород кто-нибудь! У кого кислород, есть кислород? Я толкнул, когда в момент, когда добавлял кислород. Души Дангара. Бэл, души Дангара. Да, да мы сейчас все умрем. Я по месту переваливаю, да? Кислород. Кислород. Есть кислород? Блин, сюда даже нельзя вставить. Жопа-то зудит уже. Больно тебе за задницу. А у тебя есть, Дин, иди к синей. У меня нет, у меня нет. Кислород нужно срочно вставить, ребят. У меня тоже... Блин! Чуваки, ну серьезно, дайте хотя бы первый этап активировать. Потом будете убивать. Ну ты Дангар скажи. Дангар прям разошелся, какой-то прирожденный предатель. Не, подожди, ладно, Дангар-то фиг с ним, он красиво все сделал. Почему ты, Джуз, вы вообще не вставляли кислород? Ну ты хотя бы мне показал его. Не, подожди, я вставлял кислород, но в этот момент меня толкнул Дангар, когда тебя толкают, а ты вставляешь кислород, ты его теряешь. Нет, а чё так мало-то его? Ну то есть там полоска вообще не заполнилась. Дангар так быстро нашёлся. И мы всё равно умерли.
и толкал. Ты слышала меня по голосовому чату или нет? А мы с тобой не смогли созвониться. То я тебе звонила, то ты мне звонил. А, понял, все, ладно. Там, видимо, нужно взять трубку в тот момент, когда тебе звонят. А, ладно, все окей. Все, дальше. Ну, погнали, да. Угу. Да. Лорд, давай, приветы. Давай. Слушайте, ну как, ребят? Как вам, Игрулина? Пока у нас только предатели выигрывают. Пш-пш. Итак. Дим, молодец. Я не тебя хотел. Я тебя сейчас уничтожу. Не надо, чёрт. Надо запомнить, кстати, трекслорот. А ну подставляйся. Да я тебя уничтожу. Ребят, я задам вас. Поехали. Зачем стоишь на мне? Я не стояла, я тут просто рядом находилась. А ну иди сюда. Александр, привет. Да, это что-то типа мафии, да-да-да. Пока ничего не понятно, мне тоже. Научись кидать бутылки. О, госставки, да. Сделай модератор, сделайте, пожалуйста, ставочку. Кто победит? На Е. Как выбираете? Мирный или предатели? Е, зажимаете Е, появляется кольцо и выбираете. Я мирная, да? Да, я мирная. Дарксайд, привет. Сейчас будем учиться кидать бутылки, ребят. Сосед, доброе утро. Доброе утро. О, опять мы с тобой. Ну что, мы опять оба невиновны, Дим? Ну, я так точно. Я так тоже точно. Давай тогда начнем с открытия вновь. Да, давай. Так, у меня полный кружок и в нем точка. Полный кружок и точка. Угу. Нажала. А у тебя? А, у меня как будто вид сверху, человечек. Короче, ладно, так, S, S такая снизу стоит, кружочек в этой S, потом горизонтальная палочка и точечка сверху. Отлично. Понял, спасибо. Хотел тебе описать, как человечек. О, мы что-то нашли. Что нашел? Я нашел какой-то сканер. Мы можем просканировать сейчас человека и узнать, отлично, кто является этим. Отлично. Да, давай Дениса просканим, давай Дениса просканим. Подожди, а вот это что такое? Что это? Как-то этим можно было взаимодействовать, Денис говорил. Так, пойдем все соберемся. Ребят, срочный сбор, срочный сбор. Так, давайте... Слушайте, а зачем? Понял. А зачем мы... Давай. Как мы починим кислород? Давайте просто... Подходим сюда, Дина. Через... Алина. Так, сейчас я буду заполнять канистру. Как? Тут опа, сломали опять. Стоп, да подожди, вот, ты не Бейл сейчас сломал? На F. Нет. У меня кислород до тебя. Есть куда вставить? Давай, ко мне. Где ты? Да здесь я, что надо? Тут сломано. Нужен не сломанный, чтобы наверх, вставить. Наверх, за мной. Да там тоже наверх, все сломано. Еще 30 секунд. Сюда, давай. Везде сломано, они все сломали. Я очень медленно иду. Да мы сейчас умрем. Ну что за бред? За мной. Подожди, я ж забыл, я ж импостер, ёб твою мать. Да. Ах ты. Да чего сломано все, сломано. У меня есть. У меня есть. Только убейте Джуса, не пускайте Джуса. Вставляйте, следующий. Убейте Джуса, не пускайте его. Я не дам. Алин, давай грохнем Джуса. Давай. Давай. Хватай его. Давай я проверю его. Да не надо его проверять, ты чё, не трать на него проверку, просто убиваем. Сексуально ты ищешь мне в затылок. Отлично, один предатель. Отлично. А что с Дангаром? Предателей нет. Он тоже предатель. А, то, да? Добро пожаловать в семью, да. Так, ну отлично. Сейчас у нас будет прекрасная возможность ознакомиться с механиками основными и главное не умереть от недостатка кислорода. Так, карточки ищем. Они могут вообще где угодно. Три карты. Я нашел одну. Отлично. Тащи ее к основной двери. Синяя, зеленая и красная. Одну поставил, нужно еще. Нет карт. Офигеть, как мы разделались. А в принципе... Ага, еще кислородик. Так. Кислород похож, кстати, на бутылки. И куда его? Ай, рука чешется. Куда кислород? А куда? Куда кислород?
Блин, тут тоже... Алло? Кислород, ну, внизу вставляем, внизу, как и вставляли раньше. Блин. Ребят, у кого-то кислород есть? У меня есть баночка, еду ставить. Очень медленно иду. Иди сюда, иди на меня. Иду, да, вижу. Вот смотри, станция. Да. Давай, вставляй. Красавец. Так, у нас еще так, две карточки. Сколько еще ключей нам нужно? Два ключа. Я только один вставил. Так, Алин, ты говорила, что у тебя тоже есть. Алина, где Алина? А вдруг Алина? А вот это очень подозрительно. Так, да. Подождите, вы же говорили, что Дангар второй. Алина? Это Алина вставила или кто? Синюю карту. Это я. У меня какая-то тресня висит, смотри, что Алина, это. Алина, где ты? Алин, ты же говорила, что у тебя... У нее карточка, она ее не вставляет. И дождалась того момента, когда у нас кончился кислород. Так, иду вставлять кислород. Блин, поздно, ребят. Он валит на меня, хотя я ничего так не понимаю. У тебя карта. Это не факт, что это карта. Смотри. Возможно, это досье. Вот у меня какая-то срань. Что Passenger за досье? Lock. Что за срань? Я вообще ничего не понимаю. Нам нужно найти зеленую карту. Блин, у нас проблемы, ребят. О, давайте откроем здесь дверь вместе. Я спасла, между прочим. Спасибо всех. Большое. Да, пойдем вниз. Наверху карт вроде нет. Давайте вот эту дверь а откроем, за ней же может быть. Карту. Нужен второй чел. Денис, давай откроем с тобой. Иду. А скорее всего там то, что мы ищем. Да. Отлично. Так, да. О, зеленая карточка, она тут! Я бегу! Бегу! Все в лифт. Скорее к лифту, у меня зеленая карточка! Как успеть? Блин! Скорее! Боже мой! Давай! Я не могу бежать! Давай! Да! Правда, я чё... Господи! Что ты делаешь? Да. Да блин, хоть посмотрели бы на контент, господи. Даже без персоноидов они не справились. Ну, а чё вы так спалились? Были близки. Так он думал, что уже победил. Я забыл. Я в определенный момент забыл, я стою, смотрю, только один Жус рядом на меня смотрит. Я думаю, я, ну, не сдашь же меня, а? Блин, а я забыл, что ты... Тебе было видно, что ты импостер. Я забыл, что я импостер. Но на самом деле, чуваки, смотрите, и девчонки, конечно же, нет смысла большого харасить в первом раунде. Во втором раунде там больше намного карт. Ну да, давайте. Там типа проще будет немножко. Давайте на первом раунде будем реально проходить. Друг другу утопить. Можно. Просто на первом раунде реально очень легко поймать и задушить. Алина, смотри. То, что у тебя висело на поясе, на тебя агрился Дим Бэйл, это была не карта. Это есть список лиц. Допустим, ты подбираешь список, и там написано. Чат, мы сейчас почти прошли первый этаж. Дангар, Дмитрий Бэйл и Джуз может быть импостер. Сурчанский, привет. Вот, это некая подсказка. У меня тоже такая штука была в первой катке. Ты можешь использовать это впоследствии. Как тебе игра? Кузбаш, ну пока не совсем поняла. Надо хоть дальше пройти. Ну, почти прошли сами первый этаж. Нормально. Так, сейчас наверняка мне импостер выпадет. Я прям предчувствую. Ирбис, приветы. Никто не победил? Нет, почему импостеры победили? Мирные проиграли, значит, импостеры победили. Я люблю Алина. Дину. О, так мило. Смотри, мы братья-близнецы. О! Дима, ты за что? Алин, вставай! Вставай! Да я не понимаю, зачем этот Дангар, его надо просто избивать. Где? Так, Дангар, иди сюда. Сейчас мы тебя в клещи возьмем. Как он надоел! И молчит, самое главное. Да блин, и что такое? Не, если мирные проигрывают, то в любом случае это победа импостеров. О, я импостер, ребят. И со мной... Ке-ке-ке. И со мной кто? Я гражданин, Джуз, да? Но я честно, не паладин. Пш-пш, прием, кто в соседней кабине? Я. Наверное, я. Привет, Алин. Алло. Алло, меня слышно, да? Давай соберем все, что тут есть, да. И сразу откроем дверь на двоих. Угу.
Угу. А где соберем? В каюте? Ну да, в каюте, там, в соседних каютах. Мы обычно вместе с Димой Бейлом спавнились. Так, я поняла, у меня здесь вообще ничего не, нечего собирать. У меня какой-то у меня тоже гигантский бонг стоит. И все. А эти закрыты, да, соседние двери еще? Да, не попасть. Они, да, они, мне кажется, если они не открыты сразу, то... Куда? Давай открывать вот эту штуку. Угу. Тут нужно будет описать. Так, все, просто меняемся местами. Запомнила свою, меняемся местами. А, слушай, а можно так сделать? Хм. Так, точка, точка, огуречек. Да карты это забей, это импостер, не импостер, это забей. Поехали. Точка, точка. Почему нам не приходил в голову так сделать? Мне об этом рассказал Джуз. Так, а мы с Димой тут по-честному описывали друг другу. Да ну, кому эта честность нужна? Честность для лохов. Алина, у тебя конфетка во рту, что ли? Да. Конфетка. Давай. Так, сейчас, секундочку. Остановись к вентилю, остановись. Ага. Опа. Так, сори, сори. Ща. Давай второй раз. А можно второй раз? Рыли? А, давай, погнали. Давай. Опа. А, не, мне не дает пока. Не, все, уже нельзя. Нельзя уже. А, может, через какое-то время будет? Не, не думаю. Пошли на улицу. Блин, говно. А что эта штука дала бы? А, не знаю, если честно. Так, у нас есть две карты уже. О, круто. Угу. Залутала оксиджен. Так. Пойду тоже чемодан поищу. Это не я, я все. Да кто не я? Конечно, не я. Давай, головка, давай, поехали. Да, ну, блин, ну Дима. Делаешь-то? Ну кто из вас постер-то? Да, Дима, дай. Да, Джуз постер, походу. Да нет. Так, бутылочку. Блин, чатик, надо бы как-нибудь саботнуть втихаря. Тут уже открыто все. Все, давай. О, все, понял, да? Все, уходим, уходим. Я вообще-то все карты поставил на секундочку. Все, пойдем. Так-то да. Молодец, молодец. Так, у нас еще одна я карта. Я все видел, я все это записал. Подожди, этот как его? Пойдем, кислород заберите, на следующем уровне пригодится. Что такое? Я поставил. Пойдем, сейчас замерзнем, а то сдохнем, а? Ой, это же... Так а где ваша карта? Это же тот самый... Поехали, поехали. Стоп, это... Поехали, поехали. Это шприц. А как его использовать? Да ты что, жрать, сосать? Нет, это я! Дай бы сосать. А я! Ребят, вы без меня уехали! Да нет, с тобой не боюсь. С нами, а? Вон ты. А, фух. Ты вставляешь три карты, и автоматически тебя переносит лифт. Все хорошо. Так, у меня есть смертельный шприц, так, чатик, вот как его применить? Так, вот это уже второй уровень, и здесь тоже нужно искать карты. А, тут что да, делать, смотрите, надо. На этом уровне можно, короче, кикнуть кого-то, если у вас подтверждение есть. А, голосованием, давайте да? Не будем кикать. Мы никого ну, не кикнули понятное никогда. Дело, потому что никто ничего не успел понять, мы пропускаем. Сурчанский, но... спасибо большое за три Дина, спасибо за твои стримы. Тебе помогу. Меньше, чем три. Амогус может быть среди Алина Рин, Ангара, Дина Блина и мистер. Но я не Амогус, я сразу говорю. У меня написано... То есть среди почти всех? Подо мной написано Ю. Я значит, тоже не Амогус, ребят, я сразу говорю. Я гражданин. А кто вставлял карты? Я. Джуз. Все три? И ты это видел? Да. Да я все Денис вставил карты, господи. Не, ну не все, но врет он. Ну две точно. Все вставил карты. Красный, а кто третью тогда? Я ладно, я тогда бегаю. Карты. Миш, я с тобой бегаю. Ну как да? Хочешь. Так, а тут ну, мы тоже собираем нет. Три карты? Нет. А какая сейчас задача? А может и я. Ну, Бейл со мной бегает. Воздух. Кто со мной будет делать? Я с Джусом бегаю. Давай я сделаю. Короче, я сейчас кого-нибудь в одиночестве выловлю и убью. Шприцом кики-ки. Никто не заметил, что взял шприц кики-ки. Так, Дангар, у тебя там что? Жми F и держи, не отпускай. Давай просто перейди за другой и все, и нажимай еще. Ну я пошел дальше. Да какого хера? Дина! Господи! Алина, как ты могла? Алина! Слышь ты, Джуз? Это Алина!
Он же орал перед смертью, Дина, Дина, Алина, это Алина, ребят. Дину держу, я держу Дину. Чтобы типа его помочь, Дина, Дина, помоги. А как посмотреть? Ай, за что, Дангар? Дангар, видимо, второй. Ребята, если что, меня Дангар держит. Короче, я стояла и чинила вместе с Денисом эту штуку, и Алина его убила. Вот увидите, это Дина. Блин, Алина, я тебе доверяла с самого начала. Денис орал перед смертью, Дина, Дина! Да, а Денис, он просил помочь, я была в менюшке починки. В менюшке починки вентиля, Алина, Алина, ой, у нас пожар. Пойдем дальше чинить. Убивайте. Ребята, Алина меня сейчас хочет заодно убить. Алина меня хочет заодно убить. Да не надо душить, просто Дангар, надо выживать. Поехали, поехали. Давайте соберем карты, но, Алина, я слежу за тобой. Джуз, куда нужно вставить карту и как посмотреть лог документов? Прости, Денис. Я даже не ожидала, что эта подруга может так меня обманывать и даже бровью не повела. Ребята, не доверяйте. Я прекрасно понимаю, что Алина красиво все рассказывает, но, ребята, она только что убила Дениса. Дима, ты что взял? Какие-то бутылки. Алло? Какая-то жесть происходит, ребятки. А что у меня... Алло, пш, у меня игра зависла. Я поставил карту. Алло. А почему Дина бежит в стену? У меня игра зависла. Кислород ищем, кислород. А, вот что-то нашел бутылку. Все в порядке. Где? У меня игра зависла. Там какие-то... Ой-ой, огонь тут. Ребята, у меня игра зависла. Бегу, кислород ставить. Это наказание тебе за твою ложь. Кислород надо вставлять, кислород, ребятки. А где? Блин. Может отвиснет? Может отлагает, пожалуйста. Так все хорошо шло. Я вставляю. Мужики, надо держать дверь. Нужна помощь на втором этаже. Я иду на второй этаж. А я не знаю, можно ли тут перезайти. Что происходит? Стреляют бутылками. Я попробовал, что это такое, ящик бутылок, я не знал, пойдем. А тут можно перезайти в партию? Да нет. Нет, все, без импостера мы теперь. Пошли, отлично. А зачем? А что с ней произошло? Она сама умерла. Алина, предатель! У меня игра зависла. Давай. От того, что нельзя столько врать. Блин! Ты его убила! Ты зачем ее убил? Тихо, мы пока слушаем. Ты взял импостер, ублюдок! Так, давайте я перезайду в игру и открою сейчас стрим Миши Джуса пока что. Ужас какой! Джус, ты на кого орал? Что там за ублюдок ты говорил? А? Что там орал? Походу, мне нужно прямо полностью через Ctrl-Alt-Delete. Беги! Реально карма. Так, ну походу это бывает, да, с данной игрой. Так, сейчас я вам заряжу Мишу. Он мой второй. Я надеюсь, я замьюсь, чтобы в Дискорде сейчас была, когда это говорила. Так, пым-пым-пым-пым-пым. Джуз. Секунду, чат. Сюда. Может быть, потому что сзади подошел Джуз и сбил тебе нажатием на кнопку. Чего? Но он спрашивает, почему Алина улетела в шлюз. Потому что ее Дима Бейл выкинул нахуй. Понятно. Я не поняла, зачем он их. Да не делал я этого, я случайно. Я сейчас перезахожу. Меня да не было там никаких скилл-чеков. Меня Блэкси... Подождите меня, у меня игра перезагружается. Первый раз. А меня ж провод. Бывает, не расстраивайся. Дина, прекрати меня обманывать, иначе я тебе больше никогда не поверю. Ну, а что? Такой хороший шанс был. Ой, блин, говорит, Love Games, говорит, орал Дина, типа, ее помочь. Было слышно, да, когда я падал? Ну да, ты Дина, я такой вмешался, типа, да он орал, чтобы она ему помогла, вы чего? Нормально, Миш. Подожди, Денис, а ты что, видел, что это я тебя убиваю? Ладно, го еще. Сейчас, секунду. Ну вы поняли принцип, да? Ну, в целом, да. Походу, Денис, пригласи, пожалуйста. Она такая гробовая, вам не понравилось? Походу, конечно, он видел. Походу, мент родился. А кто это? А кто это щелкает постоянно? Щелк, щелк. Я здесь. Да, она вылетела.
пригласите, пожалуйста. А, не вылетело? А, из игры вылетело. Понял. Не-не-не, все-все-все, она тут, она тут. Нет, я не тут, пригласите, пожалуйста! Ребята? Да, я не. Мы слышим, договоримся. Мент родился, да? Блин, так обидно было, все так хорошо шло, и тут у меня просто зависает игра. В чатке, ну ебать, не щелкай, дружище, бля, заебал щелкать. Щелкает, щелкает, блядь. Чат, кто щелкал? Передай привет Семену Николенко. Да? Точно Семену? Избивайте его, бейте его под... Да, Денис, да, Денис. Ну, ты хочешь меня отомстить? Давай. А ну-ка иди сюда. А ну-ка иди сюда. Да, все в порядке. Взять стул. В прошлый раз, когда я так делала, ты умер. Да? А? Как взять стул? Да, у меня зависла игра в тот момент. Я бежала довольная. Да, у меня зависла игра в тот момент. Я бежала довольная. А где вы? Откуда? Где я себя слышу? Так, я гражданин. А, у меня стрим джуз еще остался. Доброе утро! Так, все, закрыла окно. Все, ну... все нормально. Ну, да ну вы, что? Ну... Короче, то, что вы не видели, там просто Денис меня обнимал. Давай. Алло, Миша, привет. Привет. Миш, ты мирный в этот раз? Знаешь что, Дина, почему это доброе утро? Почему? Потому что я гражданин. Честно? Честно. Пойдем за мной. Пойдем, пойдем. Эх, прям на пробежечку нарядился. Давай, запоминай, Дин, ты запомнила, да? Да. Это было просто. Угу. Научили вам вас тактику. Ну чё, ты попробуешь? Поехали. Шампанское или что? Сейчас, секундочку. А чё ты кислород не взял? Подозрительно, Миш. Давай, давай, подходи, я его не увидел. Поехали? Так, да, только по-честному давай. Давай, давай. О, это я. Лол. Mm-hmm. Миша, Миша, я доложу остальным. Эта ситуация не останется неузнанной. Такого давно не было, Дим, честно. Да, вы все так говорите, Миш, это первый раз. Я выпил лишнего, да, да. Мишаня спалили, не спалили. Ребята, Мишаня, если что, зафейлил скилл-чек. Тот, который я фейлил, когда была предателем. Погнали, валим. О, валим Мишаню. Не надо меня валить, вы чё? Один раз зафейлил. Давай я второй. Вот, Дим, подойди сюда. Ребят, предложение на миллион. У меня есть сканер трупа. Давайте завалим Мишаню, я его просканирую, если он... Давай, собственно, давай. Да не надо, блядь, вы чё? Давай, души его. Ребят, а может не надо так, меня. Вот так сходу? Отведи, отведи его, ребят. Не могу. Души. Слишком близко, отведи. Господи, ребят, а может не надо души, так с плеча души. Рубить? Ты, может, давай, правда души. Зафейлил? Толкни, Дина, толкни, толкни. Кто-то кого-то убивает. Фух, да вали его! Короче, у нас есть некоторые подозрения на Мишу, но я бы не стала его так вот прям убивать сходу, если честно. Ну он спалился! Да не, ну ребят, ну не надо так прям сразу успевать убивать-то. Дайте, дайте покурю, подождите, сейчас я покурю, тогда убьем. Я думаю, что Денис не твой постер. Он хотел, чтобы я слила кислород. Давай, давай, давай! Чего ты мне держишь? А что ты не мешал нам душить его? Да нет, ты чё? Так, мы кого проверять будем? Надо кого-то проверять. Так ты только трупы можешь проверять. Стоп, Денис, а что ты хотел сделать с этим кислородом? Его надо для начала убить, чтобы проверить. Да не надо никого убивать, это контрпродуктивно. У меня сканер трупов, понимаете? И что, блядь, трупы сканируют, дурачок? Что он сделал? Чё ты меня? Меня зачем? Да, сука! Она, это Алина! Вот, а проверяй теперь его, проверяй. Что? Проверяй, проверяй, проверяй его, давай проверим. Вы убили Дениса? Вы до хера Вилла Геймса убили? Он хотел, чтобы я слила кислород. Да чё, твою мать! Да сейчас, что вы делаете? Я проверяю, проверяю. Давай, проверяй, чё меня вырубил? Ну что? Он персоноид, всё, персоноид. Я сказала! Всё, мы его убили, сосать! Жуз, лови Джуза! Лови Джуза, давай! Таймал, давай, давай! Денис, души его! Как ты мог? Крысу эту! Как ты мог? Вот посмотри на красоты этой солнечной системы,
Это все могло быть наше общее, но ты выбрал путь обмана, так что лежи тут. Давай карты ищем. Я повставлял все, что было. Да, они куда-то. Алин, а с кем ты, Дениса? Стоп, а если это Алина и Бейл? А вы проверили, Денис? Мы только что убили двоих. Вы Джуса тоже убили? Ну я заберу тогда его ботинки, чё? Убери. Карту ищите быстрее, нужна красная карта. А где она может быть? Ее надо где-то найти, где угодно. Сейчас, секундочку. Вот так. А, пойдем откроем вместе. Или у нас уже открыто? А, у нас тут уже открыто. Так, тут открыл, тут я не было, ничего проверил. Блин. Где еще может быть? Может в этом? Я ищу по звуку карты. Оксиген нашел, оксиген нашел. Тихо, тихо, отлично. Тихо. Вставляй его сейчас уже, чтобы не кипишить потом. Нет, тут больше нет. Так главное сейчас не умереть, убили обоих персонажей. А, подойдите, плиз, активируйте дверь, ребят, кто-нибудь. Да, Дим, активируй, давай вместе карта активируем. Карта где-то здесь, карта активируй, где-то активируй здесь. Штучку. Да, вот... Ну? Ну? Нажимай быстрее. Так, во, все, последняя взял карта. Взял карту, пошли. Пойдем ставить скорее. Я включаю давай. Карту, все, поехали. Давай. Все, поехали. Иду. Отлично справились. Ключи все на первом этаже или нет? Блин, это купи так мне новую сумочку. А все ключи были на первом этаже? Ну, видимо, да, я тоже не понял. Чего вы не нашли? Ключи меня, короче, были на первом этаже все или на втором? На втором, по-моему, был только один, а остальные были на первом. Короче, штука, которая помогает по звуку искать карты. Да, прикольная штука. Да, да. Тут мы не... Как думаете, мы обоих выкинули? Убили? Ну, я тоже да, думаю, что да. Я думаю, обоих, что да. Потому что когда смотрите. Вы решили Джуса, только Дэн влетел. Да, и он за него типа топил. Да. Мы проверили персоноида Дэна, он нет, является почему? Персоноидом. Персоноида больше нету, да, нажимаем. Во, плюс 500 очков. О! Прикольно, то есть ну мы правы, погнали, да? Тогда. Ей, корабль свободен от персоноидов. Я отправляюсь искать карты, вы... Ну вы тоже. Ну мы все должны карты искать, я так понимаю, и по пути кислород захватывать, да? Надо. Ну тут не перепрыгнуть, нет? Так, а тут что, emergency? А, его не надо открывать, наверное, да, emergency я выход? Я нашел один кислород, пока. Блин, сейчас бы улетело. Тут у нас что? Ничего. Блин, ребят, я так бы хотела побывать на космическом корабле. Ну вот на таком, знаете, из фильмов, из игр. Вот чемоданчик. Как туда залезть? Не получается залезть. Реально туда не пройти? В обход, может быть? Так, могу, кстати, подать кислород тоже. Эх, тырин. Да, персоноидам получается сидеть, ждать конца катки. О, кислородик. Кислородик прямо в ротик. Так, я теперь не наступаю на огонь. Это я выучила. Там просто огонь был другого цвета. Ребята, я могла бы тут погибнуть. Забери. Чует мое сердечко. А как победить электричество? Вот здесь не пройти. Я не могу, у меня места нет. И пойдем сразу вставим. У меня есть место, куда вставить? Что взять? У меня место вот есть. Тут. Вот, все, вижу. Угу. Так, вставил. Все, я осталась сейчас... последняя карта. Он, возможно, за огнем. Так, иду тушить. Сейчас как потушу. Я бы умерла, да, от этой штуки? На корабле из игры про чужого, да. Смотрите, ребят. Сука! Ребят, помогите, плиз, я горю. Как мне потушиться? Ребят. Ребята, я тушила огонь и загорелась. Дина, ты что? Дина! Давай люстру, кто-нибудь. Алина, давай, нажми какую-нибудь кнопку. Ты же любишь нажимать кнопку. Где кнопка? Да. Пишет кнопку. Ой, а мёртвые слышат друг друга?
Алин тоже здесь. Алин. Алин тоже померла. Она хочет изнасиловать труп Дины. О, я теперь пылесос? Подожди, Алина же. Секунду, а почему она не зеленая карта? Ну, почему она не спрашивает у вас остальных? Вы не находили ее. О, нифига себе, смотрите. Дины, блин. Они меня видят? Не знаю. Ребята, а вы меня слышите, мертвецы? Блин, а нет рычага, а такая тема. Точно, видели, как я сгорела? Дина моргает. Да. Алина мой труп с собой берет. А, кажется, вот оно, Дэн, на мне. Вот здесь он. Счетчик попаданий? О, я куда-то могу попасть? Пошел искать карту Фимисима. А, это Дин. Дин, нашел? Да, подлетел. Ух ты. Лестница? Да вот я. Это не она, они же высвечивают. Вот, за мной, наверх. Наверх, да. Вот здесь она. Отлично. Что могу делать-то? Так нет, у нас нет зеленой карты. Ой, видели? Я начинаю лететь. Дина? Дина померла, да, сгорела. Дина? Да, ребят, вы меня слышите? Да, а как ты сгорела? Я пошла тушить огонь, и пока тушила, случайно загорелась. Блин, жаль. Да, было обидно. Я еще радовалась, что теперь точно не сгорю, но сгорела. А что мы можем делать вот этими пылесосиками? Ты можешь пылесосить. И можешь стрелять вилками в задницу Алине Рин, например. Правой кнопкой. Еще мы можем давать друг другу зонтик. Ну или не зонтик какой-то там, классный предмет. Кто дольше продержится, тот получает больше очков. Блин, звучит. Еще мы можем летать. Весело. Я вот как раз полетами занимаюсь. Эх. О, Денис, а как починить электропровод? Там комната была, где электричество. Провод оголён висел. Смотри, один встает рядом с панелью и нажимает кнопку, держит. И второй проходит. То есть ты починить не можешь. А, окей. А если увидишь огонь синий, его можно подключить только вдвоем с кем-то. Может быть, тот сильный как раз нужно был. Нужно держать, пока он не потухнет. Эх. Шприц может взять только импостер, но ты же знаешь, чем пользоваться. Ну да, был опыт. Ну да, нам не опробовало. Смотри, на втором этаже есть кнопка, вот где я сейчас. Подаю кислород. Нажимаешь, и люстра падает перед лифтом. О, и прикольно. Дальше. А мы это в виде пылесосов можем сделать? Нет, бегом. Мы никак сейчас не можем повлиять на геймплей, они нас даже не видят. Кислород можете оставить, кстати, на следующий этаж, если нашли. Есть еще вентили. У меня один есть. Утечка газа. Шикарно, поехали. Граждане должны... Эй, а почему Дина отключилась? Починить. Где она, говорит, тушил огонь. Да купи новую сумочку, ну пожалуйста. Ты говоришь, что она тушила огонь, а? Мой труп забрали с собой. Меня не, ну, кстати, со сканером вообще изи. А вот на тему Михаила никто не знает. Что? А типа все, Дина умерла, остались только мы. Так, это что, третья локация, да, Джус? Да, последняя, заключительная. Финальная? Блин, вот они обосрались с мостом. Меня нормально слышно, ребята? Они, в принципе, да, нормально, отлично. У Гарики небольшой перегруз есть, вот небольшой прям. Миша, ты, получается, специально тогда вентиль сломал? Не вылети, не надо ничего делать. Какой вентиль? Ну, помнишь, мы с тобой в начале партии крутили вентиль? Нет, честно, не специально. Случайно вышло. У меня редко получается обосраться в этом. Там было прям вообще что-то жестко навалило. Подозрения тогда уже начались. Ага, все. Ну да. Смотри, ничего нет, я тебя обратно открою. Они бы обосрались, скорее всего. Ну да. Что нам нужно сделать? Меня душить вначале. Ничего не понял, что написано. А вот надо было нас оставить. Это вот в этот бассейн нельзя прыгать, да? Да, Михаил. Давай. Спасибо. Ага. Нифига себе. Это тот самый бассейн, да? А это что такое? Мне помогите. Иду. Что надо? Смотри, вот тут есть 5 штук, и надо вдвоем крутить. Да, одновременно надо тыкать опять. Давай, поехали. Блин, это я фейлонул.
Давай, ну все, вроде бы больше нельзя. Опа, кислород уменьшается. Ой, кислород. Так, кислород. Надо загрузить кислород быстрее. А, если вы уверены, что присутствия больше нету, на голосовании нужно всем нажать «да», и игра закончится. Они разве сейчас не нажали все «да»? Все, загружайте, у меня больше нет. Загрузила. Пылесось вилки с пола. Меня слышно сейчас, сори, кнопку поменяла. Ребята, так, теперь я могу стрелять, да? Надо туда вперед перейти. Да, идите, идите по мосту быстрее. Я же попадаю, нет? Вдвоем. А, бегу, бегу, бегу. И потом вы должны подержать проход мне. Да, хорошо. Так, где проход? Держу, держу. Так, ты что это? Давай, давай. Ой. Какой неприятный звук. Да, да, да. И что происходит? Кек. Смотрите, ребят. У нас нет больше. И что делать? Я не понимаю, что происходит. Я типа что-то вожу и все. А, вы все должны. Вы все должны встать. Вау! Прикольно! Вот так вот. Первая победа. Команда новичков! Уху! Мы специально спарили, чтобы вы выиграли, чтобы почувствовали. Да-да-да-да. Да, конечно, да-да, выкручивайся. Почему вам так дали? Слушайте, на самом деле, задушили меня необоснованно. Типа, почему? То, что я зафейлился, здесь каждый может зафейлиться. Так нет, типа, погоди, знаете, тебя задушили обоснованно. Ну мы же угадали, Не, вы угадали. Ну, могли промазать, да. Вы просто угадали, А в Love Games его просто так убили. А нет, я угадала, я сразу поняла. Нет, смотри, зафейлить на всех этих, это не доказательство. Если Денис, бы, я подожди, всегда если угадываю, бы... когда ты импостер, хорош. Нет, подождите, если вы не угадали бы меня, то вы бы точно просрали. Потому что вы просто убили бы чувака, ну, который просто обосрал, заклеймил этот кислород. Это легко ведь сделать. Да ладно, ты секира проходил, ты не мог заклеить кислород. Да я понимаю, я сам охренел. Да там навалило столько, что я вот обосрался. Миша говорит, что он не специально это сделал, да. Это не специально, я случайно обосрался. Я биомутант прошел, но это не имеет отношения к делу. Давай следующий. Так что вы не клеймите сразу. Вам просто повезло сейчас. Так, надо запомнить, что если мы уверены, что больше нет предателей, то можно не проходить все уровни. А мне написали, что если мы уверены, что больше нет предателей, то все голосуют, что их больше нет, и тогда игра выигрывается. А что это я лежу? Короче, я тут посоветовался с чатом, и мы решили, что вы просто так меня задушили. Вообще-то нет. Да камон, это вы, потому что импостеры, вы не видели того, что вы делали и как вы это делали. Понимаешь? Нормальный человек, который гражданин, он бы так не делал. Я гражданин. Смотрите, видите, панели снизу нет, значит, я гражданин. Сосед. Доброе утро, сосед! Дмитрий? Дмитрий, скажите, работает ли ваша двоечка? Не, ничего не происходит. Отлично. Я прям нажимал. Ну, значит, мирный. Могу тебе доверять. Хотя в прошлый раз я проснулся с Джусом. Мне не везет в играх. Ну, имеется в виду в подобных, потому что я 10 раз сыграл в Дредхангер и ни разу не был импостером. Давай просто запомним нашу фигуру и поменяемся местами. Да-да-да, давай. Готово. Реально ты в Дредхангере ни разу не был? Ой, я случайно, сори. Ну, это было нуло, мне понравилось. Я случайно. Да, я реально, ну, то есть, когда первый раз играл, был, но потом ни разу не был, вообще ни разу. Так. Пассажирские журналы. О, хочу найти журнал. Так. Алин, ты мирная? А, кислород! Да. Стоп, а что там Джук делал? Ну, кислород не сломал. Я загружу. У меня есть кислород. Стоп, ребята, а почему это кислород так быстро закончился? А что сломано? Здесь сломано.
Что? Карту быстрее. Кто-нибудь карту нашел? Нет. Как же он палец? Господи, как ты не умеешь? Ань, выведено, выведено. Тут все переломали уже. Не-не, вот тут, вот тут. Что за хрень? Я понял. Блин. Дать не бутылки. Скорее нужно найти кислород. Так, вот кислород. Он врать не умеет. Ты вот прислушайся, что он говорит. Ой, а кто сломал кислород? Так, тут что? Пам-пам-пам. А это чья-то кабина из наших участников. Как классно, заправили все карточки. Молодцы. Так, стоп, я потерялась. Пока не время. Нас всех телепортнуло. Дину не слышно, кстати. Ля-ля, сейчас слышно, пам-пам? Сейчас да, слышно, да. Ну что, какие у нас подозрения? Предлагаю на тебя в первую очередь, ты молчишь. Так я с вами просто не была. Алина опять чекает. Ага. Предлагают Бейла турнуть. Кто не первый? А кто так быстро сломал кислород? Я не Дэн вырубал, потому что я рядом с ним бегал. Кто? Смотри, нет подозрений, кроме Бейла. И тебя. Ну и меня, да. А почему ко мне какие-то подозрения? Мы с Бейлом, ничего не когда сделал, мы с Бейлом пришли из кают, карты. Там уже что-то было поломано. Я тоже. Чего ты тоже? Ты ни одной карты не принес. Вы бегали с Денисом, хотели меня убить. Я тоже. Не ссорьтесь, мальчик. Соси хрен. Ты тоже. Я тоже. Кто-то нажал «да». А чё как сосуетился? Аж на нервы такой подлез. Давай. Да потому что вы с Денисом как две обиженные девочки, понимаете? Давай, 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 подходи сюда. Подозрительно. Давай. Миша, это не ты сломал сейчас? Давай, ладно, с Диной, с Диной. Давай. Поехали. Только, Миш, давай по-честному сейчас. Давай, знаешь, что такое? Раз, два, три. Всё понял. Давай. Раз, два, три. Так, Миш. Фух. Вот видишь. Молодчик, молодчик. Красота какая. Да. Можно и покурить. Так. Ну, в принципе, Мише можно доверять, да? О, персональный шорткат. А, они тут могут перемещаться и по карте. Ты что там делаешь? Ничего, я смотрю да, карту. Обещает. Мы с Мишей только что починили штуку для кислорода. О, давайте тут починим. Так, пойду-ка я ключ вставлю и вставляю. Почини со мной. Сразу. Денис, почини со мной. Давай, Денис. Давай. Супер, супер. Вставай. Давай починим. Помочь тебе, да? Да-да-да. Ты меня слышишь? Почини, пожалуйста, со мной. Да-да. О, Ди, ну как же так-то? Ну, в ДБД не играл. Блин, давай еще раз. Это сейчас ты был. О, ну конечно, да, рассказывай. Так, подожди, Денис, это был ты. Давай, третий раз ты вот спалишься, я расскажу. Ну это ты, что ты сейчас не нажал. Первый раз я зафейлил, второй раз Денис. Что происходит? Чёрт, это сейчас я не специально. Извини. Алина, давай с тобой попробуем. Что? Так, Алина. Что вы задумали? Что вы делаете? Нет, за что? Ой, Дина. О, нет. Давай. Бля, сюда подойдите. Чё? Вот видите, а чё это? Херню? Они два предателя, да, что ли? Да. Она красным должна светить. Да, он да, забрал шприц, это шприц. Чего? И он может убить в соло теперь. Не, подожди, они не могут быть двумя предателями. Один из них предатель. Шприц забрать их могут только персонажи, они могут использовать их, чтобы вас. Да, да. Лорд, приходи в эту споту. Это будет вторая часть турнира. Давайте найдем последний ключ. А есть у кого-то? Либо Алина, либо Денис предатель. Нет, детектора нет. Вилавгеймс еще кто-то. Кто-то. Давайте тут посмотрим. В этой стране не были. В этой стране не были. Нет. Есть. Вот в этот бассейн нельзя нырять, да? А вот Вилавгеймс. Дима, у тебя остался минус один. Короче, ты один остался. Дина, я один остался. Да. Короче, у меня показывала тушь Алина, Денис или Дина на в этом в бумажке. Дина. Мы ее прикончили в сортире. Короче,
Алина где? Это Денис, вот, ребята. Это Алина, Денис предатель. Где Алина где? А где Алина? Да, поэтому мы сознались. Алина не знает, ну, со мной было. А зачем вы убили Дину? Хорошо, пойдем проверим. Нет, пойдем проверим, где они убили Дину. У меня есть сканер. У меня есть сканер. Если она не импостер... Шишка, 15 месяцев с нами. Спасибо большое, Шишка. Так. Обстановка накаляется. Так у них сейчас кислород закончится. Блядский рот. Да. Я проверяю. Спасибо большое, Шишка. Резидент, ловите его. Резидент. Ты нам-то ничего не сказал? Ладно. Не души, там сзади. У меня... Мысли. Если она резидент оказалась, ну серьезно. Она резидент, алло. Резидент? В туалете спрятали мой труп. Мирный житель. У меня, блядь, пенис 30 сантиметров, ну, что мне все сразу поверят, что ли, блядь? Что за наивный, блядь? Потому что он ее убил. Ты, блин, Денис, ты предателем был? Ищем карты быстрее, карты. Нет? Кислород кто-нибудь. Значит, Алина предатель. А, у Дениса была эта штука, сканер. А, а я ее что-то взял, погоди. Ищи сканеры. Блин, смешно. Дин? Да, Денис? У меня гаишный ключ. Ты не прошла скилл-чек 3 раза? Ну, нет, второй раз это ты зафейлил. Да ты начал на меня... Начал на меня гнать, я заволновалась. Третий раз... Я первый и третий провалила. Ты гражданин? Да, я гражданин. Ты чё, если бы я предателем была, я бы не стала так палиться. Иди в жопу! Ты просто взял и убил меня! Нет, я ищу кислород, потому что мы умираем. 3 раза провалил скилл-чек, 3 раза, Карл! Второй раз это ты был, Денис, не придумывай! Какой смысл мне, будучи предателем, палиться перед тобой? Денис, не пытайся себя оправдать, ты убил мирного гражданина! Нет, Денис, ты, а понимаешь, это... ты, на твоих руках моя кровь, кровь невидного. А из-за этого и ты сам умер. Что произойдет? Мы квиты, меня тоже убили, я тоже. В смысле квиты? Нет, это не квиты. У сканер есть, вы можете. Вся команда умрет из-за нас. Из-за тебя, вернее. Кто-то подобрал. Хуя, да у меня был сканер. Где он сканер? Как вообще играете? Какой у меня сканер? Откуда? Или, блин, подходи ко мне. Блин. Денис, ну, и я думаю, логично представить, что настоящий предатель не будет перед тобой 3 раза проваливать скилл-чек. Он просто не будет тебя опросить. Нет, я не молчала, с тобой разговаривала. Души Бейла! Бейла души! Алина, души Бейла! О, разговор какая? Да толкни его, толкни! На В, на В. Господи, блядь, что ж, какие никчёмные! На В. Да, Алин, сади уже ему, ну! Да не мне, а ему! И, возможно, когда ты стоишь в терминале, тебя... Я пытаюсь! Не, ну, наверное, она там залипла что-то, просто я все время ее жму, и, возможно, в какой-то момент она залипла. Сади! Красотка, красотка, Алин. Я просто не сразу поняла, как это юзается. Дима Бейл и красотка, да? Поэтому Алина с удовольствием придушила Дину. Алина отомстила за ту игру. Это была моя месть. Вы поняли, что вообще никак нельзя довели до проверки? Погоди, проверку я сказал честно, Дина. Да, и мирная была. Ну как ты толкнул, как ты толкнул Дангара в огонь? Бедного Дангара, бля. Так я еще побежал потом в этот, прыгнул в бассейн, и в бассейне утонул. Так это был расчет, ты, короче, когда прыгнул, и чтобы тебя спасти, кто-то должен кинуть круг. А блин, кто-то, почему, ну, уже Алина не мог не бы быть. Блин, заколола Бейла, блин, она поняла, что она не того колет. Было бы прикольно. Ну чё, go next? Go. Да, go. Нифига себе, нам очков дали. Перерезали всех. У тебя вообще 6350. Это такая хорошая подстава Димки была. Блин, толкнул в огонь. Так, чат, мне кажется, сейчас выпадет плохой предатель. Ой...
сейчас буду мстить. А как-то можно именно показать результат всем или что? Денис. Проверки? Просто на этом, да, акцентировал внимание. Ой, да, я бы ему хотел. Ну, что, типа, ты не сказал нам, вот, ну, то, что я проверил Дину, что она резидент. Я мог это как-то вам показать? Нет. Я и говорю наивно, они тебе дали.